Дорогие друзья, это только малая инициативная группа, которая заботится о своем будущем. И мы сейчас стоим в непосредственной близости от наших окон. И весь этот кошмар, который будет литься именно с этой строительной площадки, которая станет комбинатом, будет попадать в эти окна. Не дадим, не дадим, защитим наши легкие. Наши дома, школы. Защитим наш лес и будущее наших детей. Присоединяйтесь.